Бессмертие, это правильно в любой религии говорит, может быть только в Боге достигнуто. Настоящее истинное бессмертие. Потому что это сохранение не просто твоей памяти, твоей какой-то вот, ну, физического тела. Это сохранение вот этого твоего главного ядра, твоего духа. Понятно, что медицина, она все время вынуждена штурмовать гору, вот эту гору бессмертия, которую штурмующие знают, что никогда не смогут на нее подняться на пике и достичь этого бессмертия, но все равно стремиться к этому необходимо и продлевать жизнь человека, и активную жизнь человека продлевать. Но то, что, в общем-то, действительно есть возможность при этом, скажем, жизнь физического тела продлить надолго и сделать его бессмертным, естественно, продлить его существование надолго, в этом нет ничего плохого. Надо его продлевать или не надо до такой степени, я не берусь судить. Как врач, конечно, я всегда за то, чтобы продлить жизнь полноценную. Только в Боге оно может быть достигнуто. В этом люди, которые сохраняют, скажем, защищают, сохраняют религию, они абсолютно правы. Как только мы перестали иметь способность деторождения, для мира, для физиологии будет бессмысленно. Наше нахождение носит временный и случайный характер на этой земле. А с другой стороны, будет вот так сдерживающее начало в виде религиозных ценностей, культуры, древний, вот той самой традиционного общества, которые не должны давать этому перешагнуть через ту самую запретную черту.